Привет, друзья! Ну что, продолжаем бороться с жарой. Берем обычный вентилятор, ставим его напротив нашей кровати, берем пододеяльник, с помощью вентилятора будем наполнять его воздухом. У нас должен получиться в итоге что-то типа шалаша или такой палатки. И теперь спокойно можете наслаждаться просмотром своих любимых фильмов или листать соцсети. Также можно почитать какую-то книгу. Знаете, это отличный вариант для тех, кто живет на высоких этажах, кто не рискует спастись от жары. Пробуйте, это один из вариантов. Сейчас будет второй. Берем также вентилятор, но перед этим закрываем окна. Можно даже также закрыть шторки, чтобы в помещении сохранялся тот холодок, который мы будем делать. Берем обычную табуреточку, ставим ее напротив вентилятора. Ну и, конечно же, берем обычную воду, которую перед этим мы заморозили. Ставим ее напротив вентилятора и вентилятор направляем на эту водичку, на этот лед. Таким образом, в помещении будет проходить холодочек. И вот такой вот способ вентилятор-кондиционер. Отлично, пользуйтесь для тех, кто живет на этажах, у кого душные помещения, как вариант. Отлично.